Ну все, вот закончили с электропроводкой. Вот здесь будет электрощит. Вот в такие шлейфы укладывали. Потом, чтобы не штробить под теплый полы, под утеплитель, вышли из положения. Это вот так будет укладываться, 2-сантиметровый. А пятерка будет вот так сверху. Ну и не надо будет штробить. Ну и плюсом будет это самое. Утеплителя 7 сантиметров, как бы это не помешает теплоэффективности пола. И вот где кресты эти отмечены, здесь и будет это самое. Розеточки. Розетки. Вот, например, вот холодильник, микроволновка, телевизор. Это вот кухня будет у нас. Ну и там вот вывел на улицу для хозяйственных нужд. И он на террасу еще розеточку вывел. Вот под электрокотел сделал кабель 4 квадрата, побольше, потолще сделал. Короче, все наши пожелания мы учли с Таней. Утеплителя это самое на 13 тысяч, еще на 2 тысячи докупить надо, и тогда на весь пол 6 на 6 все хватит. Укладываем это самый утеплитель тонкий, чтобы скомпенсировать вот эту гофру, чтобы переложить потом 5-сантиметровый утеплитель. Будет у нас пирожка 7 сантиметров. Самое легкое занятие, я вам скажу, из всего этого. Уложили сеточку. Сейчас приступим. Будем улиточку крутить с Ромочкой. Вот так вот. Все красиво получилось. Так, начали сегодня мотать уже эти улитки теплого пола. Вот там жена тянет. Я сегодня за блогера. Получается вот так. Вот здесь коллектор будет. Ой, как его? Ну, коллектор, да, наверное. Гребенка. Ну и начали вот так
накладочную сетку. Монтаж идет вот стяжками. Вот Татьяна успешно с этим работает. Главное показать и объяснить. И настроить работу. Так что девчонки тоже умеют работать на стройке. Ну вот, накрутили одну, один контур и второй контур. Сейчас будем дальше продолжать. Вон там они будут. Главарь стоит, думает, как дальше жить. Вот залили. Это вот кухонка. Переходящая в гостиную. Там, вон там примыкание к стене. Будем еще утеплять и до подливать бетоном. Осталась вот зона. Сейчас будем крутить улиточку и бетонировать сразу. Вот так выглядит. Не так уж и страшно было начинать. Глаза боятся, а руки делают. Но... Вот таких условиях работаем.
Самый тяжелый участок. Ну все, можете меня поздравить. Залил я полностью. Короче, вот там вдоль стенок, где опалубка была, подлить. И вот здесь вот. Вот она, видите, опалубка. Ну все. И вылез я с окна.